If you were my man, I was your woman. We were in love, here's what would happen. I'd show you things, you'd be so open. Привет, хороший сосед. Я вам мешаю? Это моя сестра. Ну, в таком случае я, пожалуй, войду. Привет. Я ваша новая соседка. Меня зовут Гуцинчжоу. Ваника. О, а как тебя зовут? Вэнь Молинь. Вэнь Моли? Брат, эти люди обвинили тебя 8 лет назад и заставили умереть. 8 лет спустя. Они все так же хорошо живут. Это несправедливо. Я собираюсь разоблачить их уродство и грех. Я поступлю с ними так, как они поступили с тобой. Удвою наказание каждого из них. Зачем явился? Как ты? Ты куда-то ходила сейчас? Уже поздно. Куда мне идти? Думаю, всю ночь. Я преследовал тебя. Тебе нужны доказательства. Ты не можешь просто ляпнуть такое. Больно? Нет. Тебя ударили палкой, а ты вырубился на весь день. Не смотри на меня, сам отклеивай. Закрой глаза. Раньше ты был прочнее. С тремя дрался одновременно. Почему сейчас так нельзя? Ты не устала? Устала от приема пищи? Я имею в виду ношение маски. Это утомляет? Твой брат Чэнянь? Он знал Мэньчжуна, Вань Яояо, Хэ Цзиня и даже Фэн Хуа. Ты веришь, что эти люди навредили твоему брату в том году и ищешь мести? Ты обещала мне, что не навредишь ей. Даже после смерти брата, она не чувствует вины. Она может жить беззаботно и так наивно. Вот скажи мне, с таким прошлым, ее слова, что она не может вспомнить, имеют какой-то вес? Вэнь Малинь, пожалуйста, помни, что вся боль, которую Кэр предстоит испытать, ничто по сравнению с тем, что перенес мой брат тогда. Ты слишком жестока. Я забыл кое-что. Не двигайся. Что ты хочешь? За тобой следят. Они пришли за тобой.
Тогда почему ты их не ловишь, а меня обнимаешь? Я просто хочу защитить тебя. Их всего три. Нельзя дать отпор? Не болтай, обними меня. Расстегни мой ремень. Раз, два, три. Я еще хочу есть. Пойдем в мою лапшичную. У меня много работы. Правда не можешь? Да. В 7 вечера завтра ресторан Sunset. Оденься прилично. Я приготовил праздничный торт. Этот торт красивый. Это тебе. И чего ты ждешь? Помоги надеть. Не получается? Красивая? Да. Я себе. Очень. С днем рождения, меня. Загадай желание. Брат, я сделала, что смогла. Действуй. Что ты сказала? Мне показалось, ты мне что-то сказала. Все изучала. Я ложно обвинила столько людей. Все ложь. Мусейн, прежде чем я умру, я хочу знать правду. Убийство брата было тем поступком, о котором я сожалел. Я убил его случайно. Почему ты не остановился после убийства моего брата? Пути назад не было! Когда ты полюбил меня? Дай-ка подумать. Махнемся местами. Тебе, наверное, интересно, когда я тебя полюбила. Ты помнишь? В доме Хэдзе Цини ты поранилась. Да. Потом ты меня перевязывал. С такой миной. Твое лицо тогда корчилось от боли. Но ты все отрицала и говорила, что в порядке.
Хотя не знал, через что ты прошла. Тогда я терял голову, смотря на тебя. Эй, ты не сказала, когда влюбилась в меня? Когда мы встретились на площадке, а?